Привет, на канале у Лизы. Сегодня у нас распаковка посылки. Привет, ребята! А пришла она к нам из интернет-магазина Красти. Ссылочку на магазин мы оставим в описании. Нам пришел Красти Бокс, но что внутри мы не знаем. А внутри там всегда что-то интересное. И сейчас мы, ребята, вместе с вами узнаем. Давай, открывай! Так. Ура! Не подглядывай! Я их смотрю. Встаю первую вещь. Да, вставай. Это большой. О! Убирайте. Открой глаза. Вау. Это что? Это Красти Бокс Свит. Вау, класс. Вот так-то да. Свит, нам пришел Свит. Красти всегда присылает коробочку на разную тему. И в ней все на эту тему может быть. Очень даже интересные штуки. Нет, поверни, спереди там такая. Спереди посмотри, вон там. Ножницы. Ножницы? Такая клевая коробочка! Да. И вот ее будешь открывать и не подглядывай. Ага. Ой, на коробочке донат нарисован. Класс. Красти Бокс. Вот это да. Ну что ты там делаешь? Устал ждать. Там столько интересного. А я тут сижу с тобой. Руки-крюки. Ха-ха. Не смей. Там можно было открыть и вытащить. Попробуй. Получил. Ура. Ура. Вау. Так, закрой. Ну? Ух ты! Это что? Ой, это такой пенальчик! Мистер Крекер! Класс! С печенюхами! Смотри, там какой-то обжора! Ями-ями! Ями-ями! Такой же обжора, как я! Да. Давай, следующий! Так. Ой, это что-то Китти? Пинбол Зел Китти! Вау, Делибелли! Нет вкуса! Ух ты! Класс! Я думала, таких нету. Супер, Делибелли! Так, давай дальше! Больно. Ой. Ладно, вот это. Это Орео, что ли? Да, вау, написано Орео! Известно! И знак вопроса! Класс! Ну давай, ладно, открывай, ты что, ждать-то? Так. Какие? Обычные, пока что. Да? Обычный Орео? Вау, вау, нет, там толще начинка. Угу. А, она с какими-то точечками? Нет? Может, покрашилась? Класс! Кусай! Вау, класс! Супер толстый слой начинки Орео. Или другим вкусом? Такая же. Такая же, только потолще начинка? Да. Класс. Ну давай, Делибелли откроем. Китти тоже. Ой, такая хорошая Китти. А, все розовые. Вау. О. Класс. Дай мне. Мне вот эта розовая. Ну, может. У тебя? Красная. Класс. Купля. Ягодный вкус. Ага, класс. Давай дальше открывай. Класс, Свит. Свит Красти Бокс. Вот это да. Вкусняшки. Я понял, тут все на вкусняшную тему. Вина с печеньками, крекерами. Ой. Это что, ты достала банка? Кокосовая. Баунти. Вау. Крем. Вот это да. Открывай. Крутится. Класс! Такие! Вкусно? Как баунти? Как кокос только. Баунти без шоколада, да? Надо за ложкой идти. Вот это класс! Я не думала, что баунти бывает в банках. Обалдеть! О, слышно, эта кружечка теперь у нас останется потом. Да. Когда съедим. Вот это да! Класс! Обожаю кокос! Вот это класс! Да. Классно, да? Столько вкусняшек и так неожиданно! Вау, а я подглядываю! Что-то большое! Ой, там что-то упало еще! Буду охранять! Что это? Вишневая фанта! Ух ты!
такое? Класс! Вау! Точно, точно вишня! Вау! Класс! Вот это маленькое. Живочка! Вау! Это лавыз! Любовь это... Покажи, какой там вкладыш. Сейчас. Там про любовь. И жвачка, смотри, полосатая. Да. Вау! Класс! Еще и жвачка. Понюхай. Вау! Вишня, абрикос, что ли? Ну, что там? Милка. Вау, клубника. Класс! А еще что? Еще жвачки. Еще жвачки? Три. Ого, пять жвачек. Это мои волосы. У меня на голове гнездо. Точно, у тебя. О, это можно хомячку отдать. Или крыскам. Хомячку. Класс, вот это да, сладости у нас сегодня. Супер. Ребята, если захотите получить такой же... такой же свит Красти Бокс, переходите по ссылке, которую мы оставили в описании. А мы с вами прощаемся. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока-пока. Пока. Ура, ура, у нас сладкий день. Давай, крути жвачки.